Всем привет, друзья! Ну что, продолжаем с вами дальше разбирать турнир в Санкт-Петербурге. Сегодня я хочу поговорить о еще одном матче, весьма интересном, первого круга между Элизе Корне и Аленой Остапенко. Особо долго тут обусловить не буду. Смотрите, значит, Алена неплохо, скажу так честно, провела матчи Кубка Федерации, свою сборную. Да, в итоге проиграла Латвия, но, во-первых, она показала достойный бой с Сиреной Уильямс, проиграв той только в двух сетах. Ну и плюс она обыграла чемпионку Австралии Open Софью Кеннин. В паре, конечно, не получилось у нее с Севастовой, но я думаю, в целом она так уже чувствует какое-то прибавление в игре, прибавление своих сил. Все-таки работа с новым тренером дает свои плоды. И мы с вами видели еще, в принципе, перед этим в этом сезоне. Что касается Корне, то я считаю, что у нее игра крайне стабильная, а особенно если игрок играет в атакующий теннис. Да, француженка может рвать темп, но в условиях закрытого харда, что-то я сильно сомневаюсь, что у нее это получится сделать. Очень хорошо для Остапенко подходят эти условия. Я думаю, за счет мощи и отсутствия внешних факторов, которые могут помешать Алене, ну там всякие ветер и так далее, я считаю, что у нее именно будет больше шанса в данном противостоянии. Так что тут я хочу сыграть победу Алены Остапенко. Ну и также хочу всем напомнить сейчас новичкам об акции от MailBet, благодаря которой вы можете получить бонус 100% к своему депозиту. А для этого нужно регистрироваться по ссылке в первом закрепленном комментарии под данным видео, и там же в этом комментарии вы найдете промокод. Ну вот, ребята, все, в принципе, что я хотел рассказать. С вами мы уже увидимся на разборах матчей второго круга на этом турнире. Ну а пока, как всегда, всем удачи, до скорого!